Доброго всем времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас на видеоканале «Территория уюта» и я его ведущая Анна. Сегодня пришло время нового конкурса, и теперь вы можете смотреть наши видео и в «Одноклассниках». И там как раз-таки мы проведем конкурс и объявим победителя. В этот раз победителя будет выбирать не программа генерации случайных чисел, а мы, Академия уютологии. И, конечно же, мы прислушаемся к вашему мнению. Ваши лайки помогут определить нам победителя. И ведь это будет здорово, если наши мнения совпадут. Итак, для участия в конкурсе от вас потребуется соблюдение нескольких правил. Первое. Вы обязательно должны быть подписчиком нашего канала. И это главное. Второе. Добавьте в свое избранное любой ролик с нашего канала, который вам больше всего нравится. Третье. Под этим видео с анонсом конкурса вы должны написать нам о том, что хотите участвовать. Например, «Да, хочу» либо «Участвую». Четвертое. Я понимаю, что наш видеоканал смотрят взрослые люди, но обязана сказать, что в конкурсе принимают участие только люди старше 18 лет. И пятое, самое главное, в нашей группе в «Одноклассниках» вы должны разместить фото своего садового декора. Качество фотографии особого значения не имеет. А вот то, что на ней изображено, очень важно. Создатель самого живописного уголка на своем садовом участке получит вот такую вот замечательную фигурку двух птичек, которые можно поставить и в густой траве, и на пеньке, и на камне. Можно их разместить на Альпийскую горку. А если вы поставите такую фигурку в юго-западной части своего участка, то активизируете зону фэн-шуй, которая отвечает за любовь и брак. И у вас всегда все будет замечательно в семье. Начиная с сегодняшнего дня, выкладывайте свои фотографии в нашей группе «Территория уюта» на «Одноклассников», и через 10 дней мы подведем итоги и объявим победителя. Если вы не из Москвы, то вы получите свой приз по почте, а если из Москвы, то курьером. Я желаю вам всем удачи, но не расстраивайтесь, если вы не победите. Конкурсы на нашем канале проходят регулярно. А с вами была ваш уютолог Анна. Пусть в вашем гостеприимном доме всегда царит благополучие, гармония и уют. До следующей встречи!